Саженцы яблони коричневая полосатая вырастают в крупные деревья с раскидистой и густой кроной. В связи с этим, дерево рекомендуется размещать на больших по площади участках. Плоды деревьев этого сорта средние по размеру и весят всего 100-110 грамм. По форме яблоки необычные, напоминают форму репы, уплощенные. Основной оттенок плодов желто-зеленый, но по всему плоду расходятся темно-красные полосы. Урожайность высокая. Крупномер коричневая полосатая, универсальный сорт. Яблоки едят в свежем виде или используют для консервации, из них получаются вкусные джемы, повидло, компоты и соки. Яблоня коричневая полосатая – это многолетнее растение высотой 450 см. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола яблони коричневая полосатая можно отнести к группе высокорослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает яблони коричневая полосатая в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме удлиненный. Летом листва серо-зеленая. Яблони коричневая полосатая имеет летний срок созревания. Плоды яблони созревают в месяце август. Урожайность яблони коричневая полосатая около 150 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 70-120 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода реповидная. Цвет плода желтовато-зеленая с темно-красными полосами. Вкус кисло-сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что яблони коричневая полосатая, самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.